Итак, 12-й ход. Первый игрок у нас Ашкомпит, он останется на месте. Далее идет передвижение Жаклин. Жаклин у нас пойдет к Питу и передаст ему $10. У Жаклин 4 пункта движения, она потратила 2, оставшиеся 2. Раз, два. Она потратит на то, чтобы пойти на железнодорожную станцию. И теперь мы вытягиваем для Пита 3 карты сверху, потому что снизу ничего интересного. Знак древних и плюс 2 к проверкам. Ну, давайте возьмем знак древних за $5, так как он столько же стоит, но может и пригодится. Это у нас идет по дно. И теперь контакт для железнодорожной станции. Когда вы заходите в поезд, контролер хватает вас за плечо и говорит, что этот поезд забронирован. Вы спрыгиваете с платформы. И перед тем, как поезд начинает уходить с платформы, вы выберите монстра на портале и верните его в пул монстров. Странный контакт. Ну, на портале у нас спектральный охотник и чернокнижник. Спектральный охотник опаснее, поэтому мы вернем его. Так, и фаза мифа. Так, неизведанный остров. У нас уже есть портал. Один монстр у нас ушел. Это значит, что один монстр идет на неизведанный остров. Так. Не передвигается. Передвигается у нас только Шагот и опять по белому. Так. И он идет как раз на улице. Так. Улика в научном здании. Давайте тут поставим две таких штуки, два таких жетона, чтобы мы знали, что тут у нас 6 улик. Так, сложность боя с Мига возрастает на 1. Если кто-то проходит проверку боя против Мига, он вытягивает 2 уникальных вещи вместо одной. Ну, Мига у нас нет, так что нам это не интересно. Ну и на этом, собственно, и все. На этом у нас какой? 12-й ход. А он на окраине, у него счет. 12-й ход. А, подождите. У нас на окраину еще идут монстры. У нас уже 5 порталов, значит, на окраину идут еще 4. Это значит, уровень уже повышается. Магазин, к сожалению, закрывается. И бродягу Пита вышвыривают на улицу к Шаготу. И еще один сыщик нас покидает. Это у нас Асенат Уэйт. Теперь нам надо будет добраться до заклинаний, уже покупать заклинания. Так, и да, на этом 12-й ход заканчивается.